нацистская Германия. Отчаянный рывок в самое сердце тьмы. Управление специальных операций собрало нашу шестерку с единственной целью – добыть документы по проекту «Феникс» – последней надежде Третьего Рейха. Сводный отряд спецназовцев из разных стран готовы ударить в самое уязвимое место. Эта операция для нас первой и последней. Посмотри. Красотища! Повоюем за это? Идем. Вперед! Начнем! Ну что ж, я всех приветствую. И сегодня мы начинаем прохождение Call of Duty Vanguard. Думаешь, желаю всем приятного просмотра. У нас будет шанс. Кто пойдет первым? Новак. Придется тебе. Держимся рядом. Так точно, выполняю. О, патрончики. Возьмем, пригодятся. Увидят, потому что сдохнут. А если увидят до того, как сдохнут, что тогда? О, вот так вот и стой. Не оборачивайся. Быстрое убийство здесь назначено на четвертую кнопку мыши. Впервые такое вижу вообще. Обычно быстрые убийства назначаются на клавишу F. Ну или на худой конец на левую кнопку мыши. Ну ладно, постараемся привыкнуть. Я возьму того, что справа. Мой черед. Дверь заперта. Ищи другой ход. Окей. Честное слово. Новак, оставь нам кого-нибудь. Не переживайте, ребята. Уверен, то, что их еще много впереди. Возьмем винтовочку. Стрелять в колде, кстати, стало приятнее. Теперь стрельба ощущается не так аркадно, как в предыдущих частях. Чувствуется и отдача, и вес оружия. Это приятно. Осторожно, там кто-то
Воу-воу-воу. Нас обстреливают из соседнего поезда. Ты просто псих, приятель. Глянь, какой пулемет на той машине. Снова пересаживаемся на тот поезд. Будем ехать с пересадками. Ой, извини, приятель. Я думал, ты враг. Это просто первая миссия, поэтому я не успел еще всех на лицо запомнить. Так что могу кого-нибудь перепутать с фрицами. Нате, получайте, ублюдосы. Чё, ты в окошко не хочешь запрыгивать, да? Ну ладно, давай через дверь зайдем. Так, чё, куда дальше-то? Ага, вот куда. Вот это он садит. Там что, Рикс в этом танке? Нифига себе, Рикс! Круто. Идеальный способ избавиться от пулеметчика. Прыгай!
Ловите меня! Дело в шляпе. Охренеть. Да уж, попали так попали. Может, командир объяснит, какого черта мы здесь делаем? Конечная станция, база подлодок. Ходим туда и захватываем цель. И он даже не сказал, что за цель надо захватить. Кинсли вечно ходит вокруг да около. Надеюсь, это не очередные игры. Да, давай, колись, в чем дело? Мы не знаем. То есть ваша УСО ни черта не знает? Знаешь что? Я в этом не участвую. У нас есть только название. Значит, мы даже не знаем, с чем имеем дело. Для того мы и здесь, чтобы узнать. По данным УСО, ганцы вывозят из Германии что-то важное. Возможно, какие-то документы. Святую святых. И мы должны это захватить. Если это так важно, почему не послали армию? Послали. Нас шестерых. Слушай, мы ведь даже не из одной армии. Блин, да мы вообще с разных континентов. Тихо, назад! Лезть туда — это чистое самоубийство. В штабе отобрали 6 специалистов, способных быстро нанести удар и чисто уйти. Армия тут не годится. Слишком громко и медленно. Ричард прав. Они нас не заметят. Входим, берем бумаги и валим, пока не засекли. План всем понятен? Я стреляю в фашистов. Они топ. Вот и весь мой план. Вот после этого. За теми путями. Нам надо забрать эти бумаги раньше, Дженни. Я прикрою из этого вагона. Отлично, давай. Блин, парни, подвиньтесь. Дайте мне тоже за укрытие спрятаться. Вот козлы. Я, конечно, люблю собак, но тех, что пытаются откусить мне чего-нибудь, ненавижу. Поэтому убивать их не жалко. Отстаньте, шавки. Собаки здесь как-то убого нарисованы. У них такая текстура, будто они из пластилина слеплены. А еще мне почему-то кажется, что они светятся в темноте. Хотя в целом графон такой ничего. Больше не веселее! Смотри, куда стреляешь!
их штаб! Кажется, здесь. Джексон, к двери! После вас, месье. Все пропустили. Похоже, они драпали в спешке. Феникс, цель где-то рядом. Ненадолго. Ганцы уже грузят вещички на подлодку. Видишь того урода с ящиком? Ставлю весь Лондон против кирпича, что это наша цель. Так чего же мы ждем? Пора сыграть по-крупному. Дело, говоришь. Стой. Нельзя поднимать шум. Артур? Эти бумаги содержат какую-то жутко важную тайну Рейха. А ганцы прятали их здесь, в этой дыре. И что? Не понимаю. Это все равно, что положить сокровища прямо на пороге. И даже без присмотра. По-хорошему, их должна охранять вся немецкая армия. Не только мы не знаем, что такое Феникс. То есть у фашистов есть секреты от фашистов? То есть те, кто отвечает за секреты, опаснее всех остальных. А? Затем нам и пушки, чтобы их завалить. Мы закончили или как? Бумаги вот-вот увезут из Германии. Вы трое, на мостки и поднимайте шум. Отвлеките их ненадолго. Уэб, Новак за мной. На подлодку. Идем. Ищем выход. Выстрелишь у нас, уйдем без тебя. Это просто рабочие или тоже нацисты? Не, это тоже нацисты. Это нацисты рабочие. Офигенный прицел у этой винтовки. Враги как под лупой. Противник прямо по курсу. Продолжать атаку. Как же долго перезаряжается этот дробовик. Да ты чё, киборг что ли? Я в него сколько раз уже попал, а он до сих пор не сдох. Не спеши. Чё бежать под пули, подставляться? Патроны закончились. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня очень сильно ранили. Отсидимся тут пока немножко. А то еще одно попадание и нам конец. Времени мало! Подлодка вот-вот уйдет!
У нас тоже. За ними! Надо прорываться! Наши на москве! Вижу! Я видел, как они грузили ящик на подлодку. Прикрывай, мы идем на борт. Удачи, ребята. Я поищу выход. Вот и люк. Сюда, ребята. Ищем ящик и уходим. Ричард, прикрой. Снова к Кипербам. Впереди! Впереди рикошетом! Все нормально? Наверняка он в боевой рубке. Открывай люк! Вперед, Новак! Бросаю гранату! Чисто! Готовы? Молодец. Вот видишь, ты сам все сделал. Новак, ты у нас взломщик, так что прошу. Артур, сирены замолчали. Это плохо. Уходим. Живо. Новак, помоги. Граната! Бери... Новак! Новак! Англичашки. Австралиец. И еще. Вот. Продолжайте. Как мило. Считаете себя британцем? Как-никак выпускник Кембриджа. Пум-пум. Тогда вы не станете портить мне настроение. В четвертой сонате Бетховена есть изысканные, но сложные пассажи, которые заслуживают моего внимания. В отличие от вас. А негр тоже командует по-английски. И вы его слушаетесь? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehler entgegenzunehmen. Оно говорит по-немецки. Прошу, продолжайте. Рейнландский акцент. Выездной штат-то? Когда он был оккупирован?
Похожие на меня французские солдаты ходили с оружием по вашим улицам. И любили ваших женщин. Вот о чем мне напоминает ваша речь. Прелесть. Однажды мы вас уже отымели. Слышите взрывы? Это мы трахаем вас снова. Трахаем. Трахаем. Забавный выбор слов. Я уже сказал. Продолжайте. Да. Вот чего вы хотите. Пожертвовать собой, как настоящий лидер. Но от меня вы этого не получите. И даже напротив. Нет! Там мы такие ублюдки, как вы! Как один! Получили! По заслугам! Выкинь часто. Остальное в машину. Все, что вы не говорили! Не трожь меня, собака! Новак. Господи боже. Все смертны. Ну еще бы. Командир все просрал. И в чем именно виноват? Не только он, а еще и Уэйд. Этот ублюдок бросил команду. Насчет Уэйда ты прав. Увижу его еще раз, я сам его задушу. Тебе не друг друга, а не немцев. Ох уж эти мужские амбиции. Наши амбиции сегодня сильно пострадали. Думаешь, это остроумно? Спокойно. Без разницы. Фрайзингер нас все равно убьет. Фрайзингер? Фашист, который убил Новака. Жок. Мы с ним знакомы. Да? Давай забудь о Фрайзингере. Артур вытащит нас отсюда. Потому что он твой друг? Не так давно. Но я видел его в деле. Люди гибнут. Это война. Иногда почтить память павшего товарища можно, лишь выполнив задачу. Но как поверить в это, когда его кровь на твоих сапогах?